В Молдавии разгорается скандал вокруг одной из детских клиник. Причиной стало видео, которое сняли и опубликовали сами врачи. Кадры действительно шокируют. Оказывается, хирурги Кишиневской больницы имени Игнатенко используют при операциях обычные строительные инструменты – дрель и плоскогубцы. Таким образом, доктора пытались привлечь внимание к проблеме нехватки средств в медицине. Запись уже осмотрел премьер-министр страны Юрий Лянке. По его поручению, глава Минздрава лично посетит клинику с проверкой. Официальная версия дрели – медицинские просто старые, а новыми бормашинами врачи сами не хотят пользоваться. По мнению чиновников, ролик хирурги опубликовали, чтобы очернить главного врача больницы, с которым часть персонала давно конфликтует. В то же время некоторые анонимные источники утверждают, что применение строительных инструментов в травматологии Молдавии для Молдавии обычная практика. В этой связи в больнице имени Игнатенко проведут инвентаризацию. При необходимости власти уже пообещали выделить деньги на приобретение специализированной медицинской техники.